Не сосчитать, сколько мест я посетил за все это время. Уже и не вспомнить, сколько лиц мелькало передо мной. На горизонте уже видны огоньки новых пунктов назначения. Вот скажи мне, турель, и это вместо сезона 17. Железяка, молчишь, да? Я знаю, кто мою душевную боль успокоит. Мой боевой товарищ, желтый снеговик. Мой желтый друг, же почему же так же получилось же? Же нет же сезона 17 же. Же ты же парень же хороший. Мой желтый друг, же парень же ты хороший. Же почему же так же получилось, скажи. Хозяин я же желтый же снеговик. Же я же пыльцу с цветов собираю же. А почему же нет сезона же 17, дружище ты, мне скажи. Же я не знаю же почему же, но песня же шмеля, же песня же шмеля, тебе поможет же. Тогда пойду же я на рейд же я пойду, глядишь, сезон подкатят же. Здорово же, мужчины же. Же посмотри же ты на карту. Же я поставил же там отметку же. Же не забудь с собой же взять рюкзак и инструменты, пушку же побольше же. Мужчина-рейдер, ты красавчик. Же песню же шмеляк ты знаешь на зубок. Же я ж с тобой же поделюсь по-честному. Копье тебе воткну прямо в лоб. Же песня же шмеля, же поддерживает же тебя и меня. Же песня же шмеля, же песня же шмеля. Сакуровцы ату. Да, друзья, всем огромный привет. Же погнали же на новый рейд. Пока мы ждем 17 сезон, почему его нету? Блин, это вопрос как про космос, понимаешь? Бесконечность, там парам-пам-пам. Ну, нету и нету, что поделать. Продолжаем дальше бомбить, играть и развиваться, да? Что-то знакомое. Блин, мне кажется, это руль. Если я не ошибаюсь. Ну-ка, давай пробьем. Это просто капец. Так. Минимум 204 надо, да? Если хочешь полностью все распечатать, возьми обязательно 4C4. Чё, капец, да это жесть вообще. Рейд просто грязь, блин. Это бинго. Нет, огнестрела нету, но очень-очень серьезный рейд. Так, давай рыбку съедим. Просто для комфорта. Одна была серебряная рыба, одна бронзовая. Нифига, на 10 минут, да? Негодяй. Не дали хороший баф. Либо два серебра использую, да? Либо не трать как. Можно и потом было зарядить рецепт. Я потом просто забуду. Слушай, очень-очень хороший рейд. Никакие чоппер стена не надо делать, да? Все очень изишно. Единственный косяк... нету косяков. Ха-ха, нет косяков. C4 нужны. Мы на рейде. Слушай, фантастическая база, просто фантастическая. Давай я на скорячок тебе покажу. Вот два молоточка, да? Здесь по базе самая главная фишка, основная. Начинай взрывать третьи шипы. Вот видишь, кормушка по радару ключик. И вот раз шипы, два шипы, три шипы. Вот их ломаем и стенку взрываем. Там будет край вездехода. Кажи, едут туда, не пройдут. Зачем я сразу показал? Ну, если ты не захочешь брать то, что лежит в этом фантастическом домике. Что у нас здесь? Здесь у нас классно. Здесь у нас офигенски. Здесь у нас... Чик. Хорошо, да? Ну, как бы неплохо, да? Неплохо. Лишним точно не будет. И полный бак бенза. Вот в этом красавчике. Вообще огонь, блин. Начало, да, уже многообещающее. Целый глок и катана. Еще и 40 бензина. Блин, ну... Это прям сказка, а не рейд. Телепорт. Да, стопудово будем телепортироваться. Тут очень много лута. 2C4, больше тебе... О, я топор А чё, зачем мне металлический топор? Я уж испугался, что я шипы не смогу сломать. Мы не часто шипы ломаем.
Вот. И это самое главное. Смотри, как бы правильно зайди. Правильно зайди, чтобы ты мог вот именно где. Смотри, в чем фишка. Кожееды не могут подходить. Можно ли их так убивать вот здесь вот? Слушай, оу, голова красивая. О, ёлки-палки, друзья, как это классно. Ну ты чё, дружище? Чё, трипл килл не захотел, что ли, классный? Вообще. А зачем их убивать вообще? Блин, лагаем же мы, да? Мы же лагаем же. Песня же шмеля. Вот. Если они будут очень много их тусоваться, ну, вообще, что попало бы. Где будем громилу бомбить? Громилу будем бомбить, значит, вот, смотри, видишь, где нет шипов? То есть надо обязательно, чтобы ему был подход. Ну, как бы класс, да? Есть над чем поработать. Вот, сейчас это все безобразие будем бомбить. Дальше. Нам надо с тобой еще вот сюда проход прорубить. Нафига, чтобы было. Хдыщ, хорошо. Все, пошли пролаги. Можно через шипы, но мне кажется, быстрее не через шипы. Хотя, слушай. Нет, через шипы тоже резво, да? Ну так, и вот так. Ой, фантастика. А чё вы это опять не дамажитесь, ребята? Так, ладно. Мне больше по кайфу стоять тупо на месте, бить их, да? Мне знаки эти не нужны. Если ты придёшь с лещами, да? Ну то есть голыми руками можно рейд проходить. Без проблем, об шипы просто убивай и все. Может, на пару секунд дольше будешь, чем я вот так знаком изрубаю. Класс вообще, я обожаю такие рейды. Это просто идеально, это ну настолько изишно, да? Супер, да? То есть, если у тебя была проблема с кожей, все, проблема решена, блин. Этот рейд решил все твои проблемы. Чик, хорошо, да? Скажи, вообще, блин, ой, ну это вообще, ой, и мясо жареное. Так, ладно, что я набираю-то, куда я это все унесу? Нам еще надо домой тпшнуться. Здесь обязательно телепортируйся домой, потому что весь этот беспредел ты просто не вытащишь. А это много, да. Уже топ и стоп, что тут говорить? Давай мы еще сделаем с тобой склад, блинчики. Да вот из этого ящика, а что нет? Вот так, хорошо. Хороший такой склад. Блин, мне все надо. И лечение нам надо, и, блин, доски на... Тут, короче, и железо. Сейчас еще дофига чего увидишь. Это просто, блин, огонь, а не рейд. Поначалу можно через шипы все-таки, да, их бомбить. Потому что они большой толпой бегают, и это профитно, это быстро. То есть очень много по десяточке урона проходит. А потом, когда остается там максимум 3 кожеедика, да, там уже быстрее будет ручками бомбить их. Все, когда трешка остается, лучше сам бомби, если тебе надо быстрее. Ништяк. Сейчас, конечно, тпшимся домой, да? О чем речь? Правила вот этой ерунды, да, ты знаешь. Теперь давай красиво все это, значит, сложим, да? Чтобы мы с тобой прям воочию видели, что мы надыбали с этого рейда. Тик, поехали. Если ткань найдем, да, вот это, спирт, можно будет перекрафтить сразу в бинты. Вообще как нефиг делать. Так, ну что, пошла жара, да? 3 удара и не ломаем. Слушай, если я не ошибаюсь, вот тут где-то бензин. Мы по шуму, да, вывозим? Да, отлично, мы сломаем, еще громилы не будет. Чтобы отнести бенз в байк. Обшибка, блин, вот здесь, значит. Да ты чё прикалываешься, друг? Ёлки-палки. Конечно, я забыл. Железо по цене это древесинки будет, да? О чем тут речь? Ё-моё, я в шоке. Так, угу. Не угадал я, где-то бенз был здесь. Вот здесь что ли, блин? Ну все, теперь громила, да? Можно было, кстати, вот так не грузиться его вести. То есть можно было просто выйти, да, чтобы он как нормальный парень прибежал. Так, соберитесь, мужчина, да? То есть. Бокситик. ТП нам не надо, чтобы он делал ТП. Смотри, к шипам он подходить не может. Ты это помнишь, да? Тебе нужны вот такие пространства пустые. Чушь. Так, ударили и переводим его. Слушай, когда ты в
салочки с громилой играешь, определенный кураж один фиг присутствует. Ну, то есть, если мужчина ТПшница, да, то ты как бы откисаешь. Тут важно вот что. Не бойся, значит, набавлять ему урона. Это неизбежно, да? Его урон космический, это неизбежно. Поэтому, чаще вот так подходи, да, и отмечайся. Вообще, 5 минут реального времени. Блин, уголь, кстати, тоже неплохо, да? Так, давай сюда переводим. Действуем по фэншую. Показываю тебе еще раз, что там ничего нету. Вот так. Не успел разглядеть. Фигня. Сильно не заглядывайся, да? Да ладно. Че я там сломал, я понять могу. За стеной станок стоял. Диван я сломал. Фу, как очково был. Реально очково был. Еще, да? Вот этот скилл. Когда ты такой фигней занимаешься, один фиг очково был. Фигня. Так, елки, топоров не докрафтили. Переводим. Если раньше ты не знал, теперь ты знаешь. То есть так мы балуемся с громилой прям бесконечно. Тут важно только одно как бы учитывать, да? Ты уже не убежишь к своему фантастическому байку. Бегу, бегу, бегу. Как же страшненько, а? Давай рассмотрим. Фильтр, колеса, вонючая краска. Я со знаком, да, долго бегаю. О, шикарно! До меня дошло, слушай. Вонючий знак, блин. Я очень долго бегаю с этим знаком. Скорость бега 42. Скорость бега 43. Убираем вот эту шляпу сразу. Так, ударил, пошли. Белая краска, изолента. Уа, шикарно. Желтая краска, красная краска. Все это редкие ресурсы. А чё, я вот эту баклажку бензина я сейчас не закинул в байк. Так, хорошо, идем. Давай переводим, отдупляемся. Единичка белой краски. Блин, вот честно, для меня это, конечно, полный хлам, потому что лаборатория Генезис, друзья, это новое место, где мы фармим краску. Как интересно все-таки, да, и мы так спокойно все делаем, размеренно. Короче, там, где мы взрывали сишечкой, что попало. Это важно? Конечно, это важно. Еще куча железа. Да ты что, орешь, что ли? Я не буду станки ломать, потому что. Алюминий, сталь, да. Короче, в целом полная фигня. Ненужная. Угромил 730 жизни. Ой-ой-ой. Ты знаешь, что это такое? Если тебе нужны болты, это просто золотое днище. Смотри, каждый стак, каждые 20 штук, это 80 болтов. Не забывай об этом. Это вообще руль. Вот эти вот детали, это вообще огонь. Реально, блин. Если болты нужны. Бенз? Да, бенз. Ну, как бы 5 бенза, это хорошо. Так, что нам остается? Сишку взорвать. Бежим. Фу, трясется земля. Он к тебе прилетит. Земля трясется, все нормально, ты его заагрил. Зачем взрываем? Да просто так. А чё нет, да? Мы можем себе позволить, мы взрываем. Какая-то шляпа мешает, блин. Сейчас довыделываюсь, да? Станок мешает, это понятно, я его не могу. Я не могу его разрушить, ты понял, чё? Капец! Такое чувство, что на последних секундах просто, да? Чё там? Один вонючий ящик. Чик. Ну-ка. Блин, слушай, неплохо. Вот это...
Ну ты понял, да? Как это считается? Вот это два огнестрела, вот это еще два огнестрела, вот это по одному огнестрелу. То есть это как бы не прямые огнестрелы, но они же огнестрелы, правильно? Да ладно! Фантастика! У нас продолжение рейда. Блин, мужчина, не тупи. У нас продолжение рейда, слушай. Поехали дальше, блин. У нас есть еще что взрывать, это супер. Жалко только шип... А, вон шипы. Вон, вижу дверь, да? Фиг, я не могу дойти до той двери. Так, окей, пойдем тестить. Все в металл. Вот там одна сишка. Тратим? Конечно, тратим, чего нет. Я должен показать тебе всю эту базу под орех. Очень долго, очень. Мужчина, давай сюда, блин. Ты что меня пугаешь? Ты понял, да? Я это хотел сделать, вот когда мы там, короче, носились. Вот этот проход взорвать. Ну и все, а дальше только волтрик, да, фантастический. Какой? Ну ты понял, да? А, значит, движок кидаешь и телепортируешься в металлическую базу. Я не умею, короче, его делать. Да и вообще это сейчас невозможно сделать. Так, мужчина. Фу, блин. Слушай, когда он не бежит, прям очково, да? Давай еще раз профиксируем этот ящик. Ну ты понял, один красный билет фигня, а вот зеленый и оранжевый я бы взял. Смотри сам, но я бы взял. Давай его сюда отводим. Все, бежит, да? Трясется все. Фантастика, блин. Ой, елки, ну это топ. Друзья, это топ. Один из лучших рейдов. Причем, хочу обратить твое внимание вот на эту шляпу. Вот на эту шляпу, почему? Да это дофига делов, да? Задание рейдеров... Сделать 20 больших вот таких аптек. Надо 40 спирта. Так, давай подытожим. Что мы берем, что мы не берем. Глок я домой телепортировал. Не надо было, да? У меня в руках сейчас как бы глок, ты понял, да? Так приятно чужое... Чужое добрище рассматривать. Да, блиночки. Да, мы это сделали. Фантастика, то, о чем мы говорили. Смотри, в чем тут прикол. Ты можешь вот прям вот сразу спирт перекрафтить, да? То есть мы сейчас прям можем на рейде с тобой уменьшить количество бинтов, но сделать еще кучу аптек. И аптек в результате будет намного больше. Короче, я не знаю, мне кажется, это выгодно. Это выгодно, да? Это супер. Если у тебя есть дома спирт, если у тебя есть бинты, чтобы, если что, задание рейдеров делать, бомби вот такую ерунду. Вот то, что я сейчас сделаю. Это очень профитно, это прям вообще фантастика, короче. Ничего мы так место сэкономили, да? Посмотри, 44 аптеки я сделал. Есть ли резон, значит, в такой ерунде? А чё нет-то? И еще, да, чуть-чуть вот этой ерунды принесем домой. Все выгребли, да? Отлично. Теперь просто, блин, выходим в логаут из игры. И мы дома. Полетели. Стоять. Я решил показать тебе еще вот эту штуку. Еще 10 металла. Неплохо, да? Смотри, уголь брать можно, но не очень выгодно. Потому что. А с 10 досок делается 20 угля. С 10 вот таких досок. Соответственно, обычная доска поинтереснее будет. Вот теперь точно полетели. И заходим назад. Это самый безопасный способ, как убежать в такой ситуации. Можно было просто и через улицу выбежать, да? Ну, то есть, он наносит тебе удар, и ты выбегаешь спокойненько. Ну, смотри, он очень быстро бегает. Фу, друзья, на ваших глазах только что просто произошел фантастический рейд. Я показал тебе все-все-все. Есть ли резон взрывать, сам решай. Нужна краска, это одна комната. Нужны билеты, это другая, блин, комната. Короче, есть резон взрывать. Так, поехали. Ёлки-палки, я в восторге. Ну что, ты готов подвести итог? Вот я показываю, что там внизу ничего нету, да? Вот тут можно включить фантастический саундтрек. 170 бинтов! 170! 80 мяса! Гребаного железа 160! Капец! Морковки 160! Блин, бенз, да? Ну, огонь. Ну чё тут говорить, огонь. Друзья, с вами был Харди. А, конечно. Бомжам, да, поделиться надо. Мужчины, ничего нету, есть только лук. Забирай, блин.
Похоже на правду. Ха-ха, да, клево. Почему не копье? Нет копья. А здесь есть модификации, да? От сиреневой модификации они вообще в шоке. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком, подписывайся на канал. Видос выходит каждый день. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ждем прям вот со дня на день обнову, что я могу сказать. Желаю тебе таких же рейдов, да? Это просто, ну, топ, ё-моё, топ из топ. Удачи тебе. Пока-пока.